вместительный термопод с 5 температурными режимами и не нагревающимся корпусом. Рассмотрим термопод серии Altea 2055 от шведского бренда Indeva. В комплекте с термопотом идут сетевой шнур, поддон-подставка, инструкция и гарантийный талон. У термопота минималистичный дизайн. На крышке находится большая кнопка и отверстие для выхода пара. Для удобства переноски есть ручка. На козырьке находится панель управления. Здесь 4 кнопки: включения, повторного кипячения, блокировки от детей и выбора температуры. Термопод поддерживает температуру в 5 режимах: 45, 55, 65, 85 и 95 градусов. Чтобы налить горячую воду, нужно нажать на большую кнопку подачи воды или прикоснуться чашкой к отверстию для подачи воды под козырьком. На корпусе есть шкала с уровнем воды. Она подсвечивается голубым светом. Снизу крепится поддон-подставка для чашек. Он собирает капли воды, с ним стол становится чистым. Сзади находится разъем для сетевого шнура. Длина шнура 1,2 метра. Благодаря прорезиненным ножкам термопод очень устойчиво стоит на столе. В отзывах часто отмечают еще один плюс. Даже при кипячении корпус термопота не нагревается. Перейдем к внутреннему устройству. Емкость для воды из нержавеющей стали. Ее объем 4,5 литра. На внутренней стенке указан максимальный уровень жидкости. Такого объема хватит на большую семью или офис. При мощности в 1200 Вт наполненный термопод нагревается за 20 минут. Доливать воду можно даже во время работы. В этой модели есть защита от перегрева. Если в термопоте останется мало воды, он автоматически отключится. Итого, термопод от Indeva избавит от необходимости ждать, когда закипит чайник. Это особенно актуально в семье, где часто пьют чай, или в офисе. А функцию поддержания температуры оценят те, кто любит заваривать разные сорта чая.